Дашка поет. Дашка Сафронова. Сафри. Крисси тоже умеет петь. Она вчера включала свою песню. Офигенную. Ясно. Вообще. И диджей Техно у нас тоже есть уже охуенный. Охуенный. Скоро буду слушать одних знакомых с такими темпами. Смотреть одних знакомых. Читать знакомых. Много же интереснее знакомых, творчество знакомых читать, чем чужих людей. Прям видишь, как рождаются таланты, видишь, как рождаются певцы, художники, писатели, творцы, как рождаются. Наблюдаешь процесс становления их. Знаете, очень интересно. Интересен их путь, так скажем. Путь онлайн. Как оно было?